21 июня на берегу водохранилища города Десногорска в санатории-профилактории «Лесная поляна» прошло спортивно-творческое представление «День Нептуна» для сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. О целях и задачах мероприятия нам рассказала организатор мероприятия Наталья Анатольевна Силантьева. Сегодня у нас праздник Нептуна, потому что День Нептуна – это очень веселый, красочный праздник в костюмы, который позволяет нам всем собраться вместе, всей области собраться вместе, повеселиться, поиграть и, конечно же, пообщаться друг с другом на различные темы, и на служебные, и на семейные, и творчество. Вот такие праздники нас всех объединяют. Здесь же мы выплескиваем все свои эмоции, которые в нашей служебной деятельности порой, даже не порой, вообще очень нелегкой, скапливаются, какие-то негативные, потому что сотрудники-то работают с определенным контингентом, который нарушает закон. И вот это они негативная энергия, конечно же, которая скапливается, она вся выплескивается в творчестве, вот в этих всех деяниях, в празднике, в весельях. Конечно же, мы все очищаемся, когда общаемся друг с другом, и уже новые, с новыми силами выходим на службу. Чтобы пообщаться в неформальной обстановке, посоревноваться в спорте и показать свои творческие способности, приехали сборные команды работников трех исправительных колоний Сафонова, колонии Десногорска, Смоленска, Вязьмы, Рославля, поселка Верховья и отдела охраны из Сычевской психиатрической больницы. Здесь мы можем узнать друг друга поближе, познакомиться с теми, кого мы еще не знаем, вот, и проявить себя в шутливой, непринужденной обстановке, провести веселое время. Разрядиться. Наша служба очень тяжела и морально, и психологически. И вот эти мероприятия, они являются какой-то отдушиной, помимо, естественно, семьи, у всех есть семьи, дети. Ну, помимо этого, вот такие мероприятия, они как бы настраивают, дают силы, вдохновение для дальнейшего решения наших служебных задач. То есть, что вы вот от этого получаете? Мы получаем заряд энергии, бодрости, веселья. Открылось театрализованное мероприятие представлением. Все команды были одеты в костюмы сказочного образца для встречи самого главного персонажа – царя Нептуна. Здесь участники продемонстрировали свои творческие способности, танцевали, пели песни, читали стихи. Продолжением соревнований стали спортивные конкурсы. Это гонки на надувных матрасах, бег в мешках, веселые рыбаки, бой подушками, армрестлинг. Завершающим этапом соревнований стал интеллектуальный конкурс, в котором участники команды отвечали на вопросы ведущего. О значении подобных мероприятий для людей, работающих в сфере исполнения наказаний, нам рассказал ветеран УФСИН Анатолий Алексеевич Захаров. Мероприятие, которое сегодня проводится в масштабах всего управления, с одной стороны большой труд, а с другой стороны вот пришел новый начальник, новый руководитель, проявил заинтересованность в этих вопросах. Вот организовали, проводят такое хорошее мероприятие. Ну, во-первых, охватило все подразделения, личный состав, и вообще-то это вещь запоминающая и вообще-то повышает уровень личного состава к отдаче в службе, прививает определенные навыки. Я считаю, что это правильно и должно в дальнейшем продолжаться. Завершилось мероприятие награждением. Все команды были номинированы и получили одобрение у своих руководителей.